Ну что, девчонки, скоро 23 февраля. Возникает вопрос, куда отвезти своего мужчину, чтобы подарить ему незабываемый праздник? Я подобрала для вас топовые места нашего города. Пойдем? А не кажется ли вам, что наши мужчины засиделись? Пора бы их и взбодрить. Где? Правильно, в боулинге. Что-то мне подсказывает, что этот спорт для настоящих мужчин. Составьте своему мужчине выгодную партию в этот день игрой на бильярде. Хоккей играют настоящие мужчины, а в аэрохоккей играют те, кому это нравится. Но после активного отдыха, не покидая клуба «Кокоду», вы можете вкусно поесть в кафе «Квартирник». Еще одно атмосферное место, куда можно отвезти своего мужчину 23 февраля – кулинарная студия Макса Нестеренко. В уютной атмосфере полного взаимодействия с шефом вы откроете для себя новые блюда, которые приготовите, а затем попробуете вместе. В студии Макса Нестеренко вашего мужчину научат по-настоящему вкусно готовить. И еще одним мужским подарком к 23 февраля станет поход в лазертаг-квест «Голодные игры». Тут раздолье для мальчиков от 5 до 99 лет. От легких детских пистолетов до антуражных автоматов Калашникова. Есть и классическое лазертаг-снаряжение, а также впечатляющий лазертаг-квест 2 в 1 с 7 актерами на выбор. Обещаю, что доза настоящего мужского адреналина ему будет обеспечена! Ну и какой же праздник без романтического ужина? Обязательно пригласите своего мужчину в кафе «Иверия» с разнообразием блюд грузинской кухни. Сыр, свежая зелень, овощи, лаваш, хачапури и, конечно же, традиционный шашлык, приготовленный на мангале. Хотите побывать в Грузии и испить из настоящего рога изобилия? Тогда вам в кафе «Иверия». Но будьте готовы, нужно допить до дна. Живая музыка и танцы усилят настроение в праздничный вечер. Ну что, девчонки, инструктаж уже получен. Надеюсь, ваш мужчина, так же, как и мой, не забудет этот праздник. Тем более, что скоро 8 марта.